программ было на телевидении. И как заметили друзья майовцы, оказывается, в каждой программе обязательно я упоминаю о Московском авиационном институте. Первый успех я имел в МАИ, и не только на сцене МАИ. А потом случился наш театр. Почему случился? Да потому что как-то никто не планировал создать его. Это все произошло само собой. Наверное, нам всем на роду написано было встретиться. В последний раз, когда я вас всех видел, конечно, первое, что я заметил, что все очень достойно выглядят. Это не важно, есть морщины на лице или нет, ведь человек выглядит часто за счет энергетики. А энергетика у нас сформировалась в том возрасте, когда мы колесили по стране, заряжались вулканами, горами, сопками, океанами, морями, весями и далями. И вот эта энергия до сих пор в каждом чувствуется. Это очень точно русское слово. Зарядка. Вот эта зарядка у нас произошла. Значит, не зря мы встретились, не зря случился наш театр. Сегодня юбилей, юбилей практически нашей встречи. Я считаю, что у меня в жизни есть два друга. Это Вовка Качан и наш театр. В этом году у тебя юбилей. Ты мог бы стать солидным 70-летним мужчиной возраста, как вы хорошо выглядите. Но ты им не стал. И остался для всех нас молодым и задорным Задорновым. Последние годы мы не часто виделись, но периодически ты возникал на горизонте с какой-нибудь идеей, и мы выдирались из своей обыденности и собирались вокруг тебя. Сегодня ты вновь собрал нас на этой сцене, где все для нас дышит нашей счастливой молодостью. Вот кулиса, где ты плакал в год 50-летия института, когда от перенапряжения все забыли текст на сцене, и ты стоял там с мокрым лицом и громко шептал: «Держитесь, ребята!» А вот эти кубики — это практически весь наш реквизит. Все свои спектакли и миниатюры мы играли только на этих кубиках. А сколько раз мы прокатили рояль вот по этой сцене. Сегодня на этой сцене ты будешь с нами. И это счастье. И мы будем делиться этим счастьем со зрителями и благодарить судьбу за нашу встречу и наше общение. Сегодня мы будем говорить твоими словами. Мы будем играть поставленные тобой спектакли и миниатюры и петь наши любимые песни, чтобы вновь почувствовать себя молодыми и задорными. В общем, весело, как положено, отметить твой юбилей. Поехали! А я бы вел повсюду песочные часы, не просто из причуды, не просто для красы, а чтоб в песчинках и искрах, срывающихся вниз, ты видеть мог, как быстро твоя проходит жизнь. Глядишь, и не осталось песчинки наверху. Но никому на свете не суждено из нас перевернуть вот эти часы хотя бы раз. Не просто для красы, а чтоб в песчинках
искра, срывающихся вниз. Ты верить мог, как быстро твоя проходит жизнь. На юбилейном вечере 60-летия Михаила Задорнова вас приветствует лауреат премии Ленинского комсомола, Народный кинотеатр «МАИ», Россия! Тогда мы все были друг для друга Мишками, Сашками, Сережками, Юрками, Таньками. Гораздо позже, когда Миша увлекся этимологией русского слова, до нас через него стал доходить истинный смысл приставки «ка», которой мы все не случайно, как оказалось, пользовались, обращаясь к друг другу. Слово «ка» в нашем праязыке означал «душа». Не знаю, благодаря ли этой приставке, правда это или нет, но у нас в театре установилось удивительное единодушие. Это одна большая семья с большим мотором в сердце. А кто-нибудь в зале прямо сейчас может вспомнить, как мы начинали каждое наше выступление? Подождите, ребята, мы начинали еще за кулисами и при закрытом занавесе. Вот сейчас вы впервые увидите, как все происходило, когда зритель был уже в зале, но занавес еще закрыт. Ну-ка, встали быстро все в круг, гитарку в середину. Это каждый так раз происходило перед выступлением. Взяли друг друга за плечи, а теперь шепотом 3-4. Вот что писал в свое время Задорнов. Нас в разные годы было от 20 до 50 человек. Народный коллектив. Театр «МАИ», Россия! Все в свободное время мы проводили вместе. А сколько выступали и в стройотрядах, и на картошках. Совершили хождение за три моря. Баренцево, Карское, море Лаптевых. Давали концерты на наших знаменитых ледоколах, а также сухогрузах. Болтались под Камчаткой в морях и заливах Тихого океана. Пора в дорогу, старина, подъем пробег. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре стучатся волны в парапет. И чуть звенит поштак, как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших кед. Загородит дорогу горная стена. Но мы дойдем, и грянут волны в парапет. И зазвенит поштак, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался, убери. Чужими делами друзей смывая грусть. И повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, чувак, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, что шум приемника, что утренний прибой. А если трудно разом все перечеркнуть, давай разделим пополам твою печаль. Где я когда-то первый раз спускался в путь и все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре стучатся волны в парапет. И чуть свини пошла, как первая струна. И чуть свини пошла, как первая струна. У нас было три замечательных поездки на БАМ, которые мы отгастролировали вдоль и поперек. Выступали для золотоискателей Дальнего Востока, лесорубов Сихоте Алиня, моряков рыболовецких плавбас и малых судов Охотского моря. Да всех поездок и не перечислить, но в дороге мы не только пили и ели, но и пели. Я думаю, что лет через 30, когда нам будет от 90 до 100,
Разбуди любого, наизусть споет все песни того времени. Мы с тобой давно уже не те, мы не живем делами грешными, спим в тепле, не верим в темноте, а швами на спину повешены. В нашей шкуне сделали кафе, на ту кукушку исковеркали, страшен порох фейерверками, как это вам нашел ответ. Мы с тобой давно уже не те, и нас опасности не балуют. Эх, попал в какой-то комитет, а вот он служит вышибалою. Нас уже не трогает роса, на парусах уж не разляжешься. Уже совсем, и все дороги нам заказаны. Спим в тепле на средней полосе, избрали город вечной базою. Знаю, нам не пережить зимы, а шкуна словно пес на привязи, кривая никуда не вывезет. А море ждет нас, черт возьми, море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Осман, я, ты будешь капитан, поднимем шпаги потускневшие. Мы с тобой пройдем по городам, команду старую разыщем мы. А здесь, а здесь мы просто лишние. Давай командуй, капитан! Нашему поколению это сказать. Не ждите ничего от правительства. Если я хочу привлечь внимание книги, я открываю в Риге библиотеку. Я собрал те мои любимые песни в исполнении тех моих любимых артистов, которые в нашей юности их исполняли. Сделал диск, 50 тысяч их выпустил. И на площадях в России разных городов ветеранам дети раздавали эти диски. Когда ребенок подходил 9 мая и давал ветерану, вот они слезы у ветерана на глазах. Вот когда ветераны чувствуют, что не зря воевали, потому что дети чувствуют этот праздник искренне, а не чиновники. Не надо надеяться сегодня на чиновников. Сами. Музей мои, музей авиационных двигателей, самодеятельность с искрой, из искры возгорится пламя. Ночь, когда случилось это, тлела будто сигарета. Срочно что-то как-то где-то надо было делать. Встал студент на изготовку, приложил к плечу винтовку. Номер 220 339. Дождь, 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 по кабине бежит ручейками. Дождь, 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 грусть твоя вместе с нами. Взлет, 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 и уходят ребята, качнув плоскостями. Матери, может, последние письма послал. Взлет, 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 и уходят ребята, качнув плоскостями. Матери, может, последние письма послал. Педагог по диамату выдал нам по автомату. Позже я узнал о нем, что он майор запаса. Уходили целым курсом. Целый курс. Алё, под Курском. Таня, что ты? Как ты? Где ты? Как другие факультеты? Помнит ли про наши удивительные сходки? Таня, в чьей теперь судьбе ты? Снег, 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 заметая поля, заметая дороги. Снег, 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 наливая тоску, наливая тревоги. Снег, 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 ты как мягким ковром укрываешь их лица. Тех, кто на взлетно-посадочной снег, 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 и как мягким ковром укрываешь их лица, тех, кто назовет на посадочную.
палате выключили радио. И кто-то гладил мне вихор. В Зиминском госпитале раненым давал концерт наш детский хор. Уже начать нам знаки делали. Двумя рядами вдоль стены стояли мальчики и девочки перед героями войны. Они больные, некрасивые, с большими впадинами глаз. И сами жалкие, несильные, смотрели с жалостью на нас. В тылу, измученные битвами, худы, заморены, бледны. В своих пальтишках драных были мы для них героями войны. О, взгляды долгие, подробные, о, сострадание сестер. Но вот, вставай, страна огромная, запел, запел наш детский хор. И вот запел хохол из Винницы, халат был в пятнах киселя, и войлок из клеенки выбился на черном ложе костыля. Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы, солдаты пели, словно школьники, и как солдаты пели мы. Все пели праведно и доблестно. И няня в стареньком платке, и в сапогах кирзовых докторша, забывший градусник в руке. Разрывы слышались нам дальние, но было свято и светло. Вот это все и было армия. Все это родину спасло. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Живем. Бежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Лай, лай, лай. Ла-ла-ла-лай, лай-ла-лай. Кто-то заплакал, кто-то заохал. Бодрые песни лезут из окон. И поговорка вновь торжествует. Незаменимых не существует. Трусы, герои, прачки, министры, все заменимо, все заменимы. Действуем четко, смеем, давайте Бога на черта, шило на мыло, пешку на пешку. Это привычно и неизбежно. Сменим давайте горы на поле, зала на зама, зама на пома. А панихиду на именины все заменимо, все заменимы. Значит, напрасно крестили нас в ЗАГСах. Зря мы считали годы без засух. Зря мы пудовым кланяли щукам. Зря композитор тему нащупал. Зря архитектор кальку изводит. Зря над могилами матери воют. Зря нас дорога однажды сманила. Все заменимо, все заменимы. Я наполняю легкие гневом. Я вам клянусь, пошатнувшимся небом лжет поговорка, врет поговорка. Незаменимо катится Волга. Незаменимы ветры над взморьем. Незаменимы Суздаль и Смольный. Незаменимы отцветы флага. Незаменима добрая фляга. Зерна морожки. Тень от платана. Незаменим академик Ландау. Незаменима и окрылённа резкость конструктора Королёва. Знаю, взойдут на асфальтовых нивах новые тысячи незаменимых. Незаменимых в деле и в силе. Незаменимых, будто Россия. Сомкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь и ответьте, который сегодня век.
сошедший с ума вселенной, как в кухне среди коры. Нам душно от Диксиленда, парламентов и корид. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Нас тянет в глухие скверы, подальше от площади, в очищенные от скверны машины очередей. Быть может, вот этот гравий, скамеечка и жасмин, последняя из гарантий хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги не вправе и не вольны потребовать от эпохи мгновения тишины коротенького, как выстрел пронзительного, как крик? И сколько б забытых истин открылось бы в этот миг, и сколько бы там прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетело из дул, и сколько б Наполеонов замешкалось крикнуть «Пли!», и сколько бы опаленных не рухнуло в ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумело дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов добраться, мгновение тишины. Всего и делов добраться, мгновение тишины. Дело в том, что мы были на БАМе, на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Было это бог весть когда. Ведь когда она пришла впервые читать стихи к нам в коллектив, я послушал то, что она читала. Она читала тихонько-тихонько, но так сердечно. У нее не было голоса практически. Вот этот резонатор, как говорят, профессионалы, не работал. Но она читала так задушевно, что у меня, я даже не понял, что она читала. Слеза сама потекла. Это у Тань Булановых у всех, видимо, такое. Первая партнерша по сцене, с которой я читал стихи, была Таня Буланова. Как одно из темных преступлений для тупиц недоказуем гений. Что за юнец с локтями драными, буян с дырявыми карманами, главарь в студенческой орде так заговорчески подмигивает и вдруг с разбега перепрыгивает профессора, как в чехарде. Что за старик над фолиантами и с перстнем царским, бриллиантовым, руки мешающим писать, соизволенья не спрашивая, через эпоху ошарашенную он тайно прыгает опять. Да, он таким остался редкостным, полустудентом, полуректором, адью, мальчишество пушок, достойней, чем прыжок для зрителей, прыжок невидимый, презрительный, угрюмой зрелости прыжок. Либо подлость, либо честность, получестности в мире нет. Аксиома твоя, Лобачевский, не вошедшая, правда, в предмет. Царь на тебя своих борзых науськал, у всех невежд палаческая спесь,
И если декабристы есть в науке, то муравьевы вешатели есть. Твой гений осмеяли, оболгали, а между тем, пока под Финь шампань жрал вальшнипов с брусничкою булгарин, ты от холеры защищал Казань. Акстись, бабуся, охренела, куда ты прешься, ходу нет. Солдатик, боязно, холера, спастись бы в университет. Не спит уже неделю ректор, как совести гражданской рекрут он вдоль костров бредет сквозь дым, в конец бессонницей подкошен. Нахохлясь мрачно, словно коршун под капюшоном дегтяным. И чтобы не сойти с ума и принимать еще решение, холера лучше, чем чума. Единственное утешение — пылают трупы в штабелях, и на виду всей Казани горят дворянки в соболях и крепостные бабы в рвани. О, гений, сам себя спроси, неужто право непреложно? Лишь при холере на Руси ты, демократия, возможна. Но власть в руках у лицемера бациллами начинена, как ненасытная холера гораздо хуже, чем чума. Ты открой глаза, черно в них погляди, по всей России на чиновники чиновник, как бацилла на бацилле. Клюкой стучится в окна страх, ратуйте, люди, крест целуйте. Что плач по мертвым? В штабелях, крича, горят живые люди. И ректор видит отблеск тот, когда в отчаявшемся бунте народоволец подожжет себя, как факел в Шлиссельбурге. Как разгорится тот огонь, и запылают в той же драме студент у входа в Пентагон, монах буддийский во Вьетнаме. Но все же мало только вспыхнуть, что после пепел и зола. Самосожжение не выход, горенью вечному хвала. Кто в мире факел, кто окурок, и скажет синеглазый турок, носить привыкший робу в тюрьмах, а не в гостиных вицмундир. Ведь если он гореть не будет, ведь если ты гореть не будешь, ведь если я гореть не буду, то кто тогда согреет мир? Шаркуны, шишковисты, насильники, им гасить, не гореть суждено, на светильники и гасильники человечество разделено. И светильники не примиряются с темнотой в наитемные дни, а гасильники притворяются, что светильники — это они. Но победу, гений, можешь праздновать, даже если ты совсем один, если у тебя светильник разума, гривенника нет на керосин. Свет в отставке, ректорствует тень, словно некто, вроде постороннего, Лобачевский выброшен из стен университета, им построенного. Лобачевский слепнет, бродит призраком, кутаясь в засаленный халат. Горек мед быть за границей признанным, ежели на родине хулят. Варя, свет зажги, дай мне, я сам. А жена, иссохшая от горя, поднося свечу к его глазам, шепчет: ты совсем не видишь, Коля.
вижу, он кричит, но не жене, а слепцам, глумящимся бесстыже, надо всеми зрячими в стране. Вижу, понимаете вы, вижу, слепота в России, слепота вся. От головы и до хвоста ты гниешь, империя чиновничья, как слепое, жалкое чудовище. Умираю, Варя, постели. Мы еще душою крепостные, но потомки наши, пусть не мы, это демократия России. Еще зеркало не занавесили, но лежит барельефно суров тот старик, что мальчишкой на лестнице перепрыгивал профессоров. Есть у всех умирающих прихоти, и он шепчет: «Попад, страня! Перепрыгивайте! Перепрыгивайте! Перепрыгивайте меня!» И мне нравилось «мои». Вот есть что-то, как теперь сказали бы, продвинутое, какая-то мантра есть. «Мои, мои». На это медитировать можно. Во-первых, слово «моё» напоминает. Во-вторых, «мама». Здесь слог «ма», «материя», здесь «авиация». Я до сих пор студент. И поэтому я, может, без определенных занятий. Мне нравится и то, и другое, и третье. И я до сих пор чувствую себя самодеятельностью. Самодеятельность, извините за выражение, это задор. Это задоринки в глазах. На одном из спектаклей мы впервые столкнулись с детской проблемой. Детей вокруг сцены собралось столько, что мы не могли выступать с серьезными номерами. Детям просто неинтересно. Они носятся между рядами, прячутся за спинами зрителей, в войнушку играют. Первым нашелся Женя Шабагудинов. Он вышел и сказал: «Дорогие дети, сейчас я вам спою песенку про малинового ежика». Все тут же успокоились и, разинув рты, уселись на коленях к мамам. Потом мы спели им про слоника, потом про крокодильчика. А когда стали выходить остальные актеры, то у каждого в репертуаре оказалось что-нибудь детское. Мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все, все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета, лишь зеленая карета мчится, мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней, разгоряченных в шляпах алых и зеленых, над землей несутся вскачь, на загадках черный грач. Не угнаться за каретой, ведь весна в карете это. Весна в карете этой. Спите, 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 медвежата, 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 и ежата, и ребята, ребята. Самый, самый, самый тихий ранний час. Звон, 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 подков разбудит вас. Звон, подков разбудит вас. Только глянь
предстоит весна. Вся душа, вся душа, вся душа, медвежата, 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 ребята. Все, все, все уснули до рассвета. И зеленая карета, и зеленая карета. Все помнят. Например, студент – это человек, мечтающий изменить мир. А инженер – это человек, которого мир уже изменил. Ой, а мне нравится это. Каждый человек – кузнечик своего счастья. Ирония – это хрупкая защита от окружающего невежества. А вот про женщин, про женщин. Когда женщина выходит замуж, она меняет внимание многих-многих-многих. На не внимание одного. Да-да-да-да. Умная жена – это счастье. Но какое горе иметь такое счастье. Вот-вот-вот-вот. Если чужая женщина нравится больше, чем своя, значит, в обеих что-то не разглядел. А вот старыми девами становятся женщины, которые слишком умны, чтобы выйти замуж за тех дураков, которые хотят на них жениться. А хотите народную мудрость? Давайте. Ну, в любовном треугольнике всегда один угол тупой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ты знаешь, мать, что мне пора жениться. Я слишком мало ем и мало сплю. А если сплю, то мне такое снится. Давай я, мать, дровишек наколю. Давай я, мать, дровишек наколю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ты знаешь, мать, я скромный по натуре, но соблазнясь на девичью красу, возьму, да и женюсь на первой дуре. Давай я, мать, водички принесу. Давай я, мать, водички принесу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. А если вдруг женюсь на слишком умной, она замутит всю мою родню. А мы с тобою, мать, народ не шумный. Давай я, мать, приемник починю. Давай я, мать, приемник починю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ты знаешь, мать, романы я читаю про чувства из возвышенных поэм. Мне кажется, я что-то понимаю. Ой, давай я, мать, чего-нибудь поем. Давай я, мать, чего-нибудь поем. Ла-л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 а
е-е-е, о, е-е-е-е-е, ла-ла-ла-ла.
посмотрели фрагмент спектакля о гастрольных поездках театра «Автобус». А мне сразу вспомнилась миниатюра про другой автобус. Я ее помню. Ну-ка, ну, сейчас расскажу. Давай. Ну, значит, да. Там, значит, этот, значит, а он раз рукой, а тот, значит, ему снизу, раз, тот тоже рукой, да, все и повскакали, да. А про компостер забыли. Вспомнили? Нет. Ты это сейчас о чем, Лев Толстой? А я понял. Он сейчас рассказал краткое содержание номера. А какого номера? Вот Юрка знает. Номер назывался «За чистоту русского языка». Сцена в автобусе. А слова-то кто не знает? Ну, я знаю. Ну, и я, конечно. Лёш, значит так, ты будешь интеллигент, а я борзый. Пробить столом! Пробейте! С удовольствием, только не пробейте, а прокомпостируйте. Прокомпостируйте. Как? Я говорю, этот аппарат называется компостер. Поэтому талоны не пробивают, а компостируют. Надо правильно выражаться, товарищи, вот и все. А, ну тогда это... Прокомпостируйте! Прокомпостируйте. Прокомпостируйте. Ну, вот вы поняли, что вы сказали? А? Что? Вы сказали прокомпостируйте. Ну? Ну, без «т», товарищи, вы все слышали? Ну, как так можно, а? Ну, что за речь? Вот такие говорят на каждом шагу. Не магазин, магазин. Не позвонит, а позвонит. Не штаны, а подштаники. Зачем кричать-то? Я вас что, оскорбил, как словом каким? Или действием. Вы что к словам цепляетесь? Не так сказанул, не так глянул. Шлепни талоны, все дела. Что? Я говорю, шлепни. Надави и шлепни. Ну почему шлепни? Почему? Этот аппарат называется компостер. Это шлемпостер. Вы мне за эти слова ответите. Слушай, друг, ну не булькай, ну шлепни, ну будь человеком, а? Я тебя сейчас шлепну. Не тебя, а вам. Это ты-то вы! Это я-то мы! Это ты-то мы-то! Я-то мы-то! А вот ты-то и не мы-то, и не бри-то! А еще вы-то! Нашелся какой! Ну, какой-какой? Скажи всем ним! А ним здесь ни при чем! Ох, ним ни чем, а я чем? Тогда скажи, чем? И скажу, ты че вякаешь? Я вякаю! А кто первый начал? Вы начал! Только не надо пыкать! Ладно, тогда скажи, зачем ты ко мне пристало? Ах, вот вы какое! А ты как думала? А ну пошел отсюда! Да тут вы! Да тут вы откуда он пришел? Хотел само Я задам вопрос, который никто, кроме меня, не задаст вам. Только я на этот вопрос имею право. Почему американцы не играют в КВН? Потому что они тупые! Правильно! Я КВН вообще очень люблю. Я сам начинал на сцене выступать с КВН. А вообще мой первый выход на сцену, это во втором классе я играл репку. В сознательном возрасте я стал выходить на сцену уже за город Ригу в КВН. И поэтому, конечно, КВН это для меня родное. На сцене команда КВН Московского авиационного института. Добрый вечер, на сцене сборная моя. Вы знаете, мы уже 6 лет учимся в Московском авиационном институте. И точно можем сказать, что КВН помогает учебе. Это мы вам как второкурсники говорим. Парни, а вы знали, что Задорнов в 1991 году выступал с новогодним обращением? А что не Ельцин? Какой Ельцин? Это серьезное, ответственное мероприятие. Парни, а может перейдем к стихам на музыку? Это что такое? Ну, рэп! Здрасте, вот на сцене парни из Марии. Можете похлопать, тут все свои.
Мы предлагаем выступление начать, а то нам еще с парнями курсовые защищать. Оп, 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 полетели! Любовь была, горела как спичка. Еще раз добрый вечер, начнем. Все вы знаете, что музыканты перед началом выступления распеваются. Но никто не знает, что делают перед началом выступления депутаты. Обещаю, обещаю, обещаю. Какие 300 миллионов? Какие 300 миллионов? Это не мое, это все жены. Это не мое, это все жены. Лена, что вы стоите? К нам проверка едет. Обещаю, какие 300 миллионов? Любовь была, горела как спичка. Из плана погасла, осталась привычка. Ну а теперь давайте пофантазируем. Представьте, на программу «Что, где, когда» поставили массажные кресла. Мы берем дополнительную минуту. Я не задавал вопрос. Я просто предупреждаю. Итак, внимание, вопрос. Что в черном ящике? Хоть бы кальян, вообще шикарно да. было. Да. Любовь была, горела как спичка, и пламя погасло, осталась привычка. Продолжим. Не в меру патриотичная учительница английского языка. Так, Бессонов, читай. London is the capital of Great Britain. Бессонов. The. The. С отвращением. The. The. Представь, что твой президент Обама. The. Читай. London is the capital of Great Britain. Вот молодец. И домашнее задание – посмотреть все выпуски Соловьева. Еще раз. Любовь была, горела как спичка. Но пламя погасло, осталась привычка. Нам нужно жить. Родители часто хвастаются своими детьми. Давайте представим, если б дети точно так же хвастались своими родителями. Сейчас я тебе своего папу покажу. Пап, иди сюда. Да брось ты этот стакан, иди сюда. А ну покажи Витальке, что умеешь. Да не стесняйся, покажи, что умеешь. Разворовали страну. О-о-о-о. Заводы стоят. Критиковать умеет. А еще у меня папа кредит взял. А ну покажи, какой ты кредит взял. Вот такой большой кредит взял. А на что взял? На машину. Давай громче. На машину. Ай, молодец. Смотри, это папин фотоальбом. Это папа на рыбалке. Это папа голенький. С тетей Леной, поэтому такой и шелковый. Еще Xbox тебе да, куплю. Да, скифоль. Любовь была, горела как спичка, но пламя погасло, осталась привычка. Звонок в самый неподходящий момент. Так, давай только без глупостей. Алло. Добрый вечер, это Дмитрий Дебров и программа «Кто хочет стать миллионером». Напротив меня сидит ваша подруга Лиза, и у вас есть 30 секунд, чтобы ей помочь. Антон, у меня такая сложная ситуация. И я тебя так понимаю. Ты случайно не знаешь калибр пистолета Макарова? Прикинь, тебе повезло. Я даже посмотреть могу. 12 миллиметров. Спасибо, Антон, я буду миллионером. Вот ты падла, видел же, что 9? Да это бывшая. А-а-а. Любовь была, горела как спичка, но пламя погасло, осталась привычка. Нам нужно жить. В России существует два вечных вопроса. Кто виноват и что делать? Нам же кажется, что вопросов намного больше. Давно пора нам уже задать. Терпеть все это... Невозможно! Вопросы важные уже задать. Ответ поможет найти Задорнов, Бузова, певица. Да, честно. Чё? Российский автопром. Да. Сколько можно меня мучить? Выборы вмешались. Я ж недоказуемо. Что ответить в ЗАГСе? Да. Пока нет. Лучше съесть свой паспорт! Да. Обожаю желудок укупника. Новые реформы! Да. Ой. Кому поднять зарплату? Мне. Ро!
русским! Кто заселит Марс? Илон Маск. Два студента Московского авиационного института. Нужно знать английский! Киз. Салют, бля. From my heart. Где шикарно жить? В общежитии. Материться можно? Нет. Да. По феншую. Зимой ремонт дороги? Нет. Думаю, что да. Молодежный сленг? Я не понимаю друг друга на каком-то энергетическом уровне. Где пишут законы? В доме. Волочковой в бане. Всем давать гражданство? Да. Хорошо. Я не понимаю. У нас есть перспективы? Да. Кому нужен авиационный инженер? Твои жестокие игры и слезы крупных калибров летят на уровне глаз. Знаю, если что-то... Новый год будет богат великими делами, свершениями, референдумами, сессиями, переносом времени туда на час, потом обратно на час. На все это нужны будут деньги, поэтому будут увеличены налоги. Мне особенно приятно сказать, что Новый год, он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Итак, начнем, пожалуй, действующие лица. Студент, притворяющийся умным. Студент, притворяющийся глупым. Студент, притворяющийся грузином. Студент, притворяющийся любимым. Студент, притворяющийся треугольником. Группы. Студент, притворяющийся безусом. Студент, притворяющийся студентом. Студент, притворяющийся вечным студентом. Студент, притворяющийся... Студент! Девушка, мечтающая о карьере. Девушка, мечтающая о замужестве. Девушка, мечтающая о любви. Девушка, мечтающая о чистой любви. Девушка, мечтающая о большой любви. Девушка, мечтающая о балдежной любви. А девушка, мечтающая... Девушка! Картина первая. Аудитория. Перерыв между занятиями. Шум. Ребята, изобразите, пожалуйста, шум. Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Я, ты, он, ты,
вами собрались на наше собрание не случайно. Нам надо срочно решить несколько вопросов. Первое, где будем встречать Новый год? Ну, второе, разные перевыборы старосты, профорга, комсорга и так далее. Так, какие будут предложения? У меня есть предложение. Да? Предлагаю считать наше собрание открытым. А мне кажется, чтобы встретить Новый год достойно, всем нужно скинуться по 200 рублей. Разрешите издать возгласы одобрения. Ты что? Что? Ну ты что, тебе хорошо, у тебя папа грузин. У меня мама тоже грузин. Да, да нет, ну вот ему что делать? Да, да. Тихо, товарищи. Как вы не поймете, что совершенно все равно, поскольку, когда негде. Как это негде? Вонютки! Вонютки, товарищи, нельзя. Чем? Ну, вонютки родители поселили, но новый паркет они больше не разрешают на нем костер разводить. А тогда у Сереги? А у меня нельзя. А у меня сосед новый въехал. Что? Он лунатик. Подумай, лунатик. Ну, он по ночам по квартирам бродит. Сможешь бродить? Но он при этом еще и храпит. Ребята, а что если в общаге, а? Извините. Ты что, дорогой? Уже полгода прошло, как мы прошлый Новый год закончили праздновать. Меня до сих пор изжога мучит. Да, конечно. Но... Мужики! Мужики, я придумал. А что если встречать Новый год? Ну говори. С привидениями. Это как? Нормально. А вот так, в деревушке, где я прописан, особняк старый имеется. Так вот там каждую новогоднюю ночь привидение появляется. Да, правда, оно потом всех сжирает. Но это не важно. Со мной мы встретим Новый год, как никто никогда и нигде. И на всю жизнь запомним, а? Нет, а вдруг и правда привидение увидим? А что привидение увидеть? Да. Всем нужно скинуться по 300 рублей. Нет, ребята. Ну, может, лучше у меня. Ну, у меня 5 комнат. Все спальни. Да, елка. Есть одно но. Так, какое? Ну, родители. Нет. Лучше с привидениями, чем с родителями. Товарищи! Ну ведь вы же все студенты. Все научный атеизм проходили. Ну лекции слушали бывшего священника о том, как я порвал с Богом и стал... прорабом. Ну, и вдруг верите в какие-то привидения. А кто не верит в привидения, тот сдает по 333 рубля. А 33 зачем? На закуску! Разрешите издать возгласы одобрения! Ну что ж, в таком случае приступаем к сбору денег. А как же разные перевыборы? Как всегда, в следующий раз! Поехали! Несите ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе вы беде. А в полночь ваши денежки заройте в землю там. А в полночь ваши денежки заройте в землю где? Ни корня брони не лез. Ни огня без знаний не лез. А поле чудес. Поле чудес в стране дураков. Тань, а ты чего не одеваешься, а? Ну, а я не могу встречать Новый год с привидением. Это еще почему? Ну, а у них у мамы на работе одна женщина вот так встречалась с привидением. Ну? А теперь сына в детский сад устроить не может! А поле чудес, поле чудес в стране дураков. Картина вторая. Дорога в деревню Большие Урдюли. Вагон электрички, за окном кровавый закат, но всем весело и песенно. Целый день с прижимением нас земли, два привидения только что нашли, но замертвые уста.
поете, к чему воспоминания? Ты снишься мне, трепещешь ты в ответ, когда мое раздастся. Нет, нет, блаженство наше было столь безмерно. Исполнишься, наверно. Надежда, как лазурь, была светла. Надежда в черном небе умерла. И слышал только мрак и доли твари. Двум призракам напомнил старый сад о том, что было много лет назад. О том, что было много лет назад. О том, что было много лет назад. Ребят, кончай выйти, мне кажется, самое время, чтобы Серега рассказал нам, да, легенду о привидениях. Ну а что рассказывать? Ну, чувак, да, грабанул свою чувиху, ну, под Новый год. Все дела. Здорово! Вот бы мне кого-то так! Неправильно ты легенды рассказываешь. Не так легенды рассказывать надо. Давай. А как надо? Слушай. Вставала кровавая заря. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей. Понял? Понял. Рассказывай. Ну ладно. Тогда. Слушай. Была обычная новогодняя ночь 1584 года. За окном буря крыла мглою все небо и кружила снежные вихри. Опричник Милославский стоял возле камина. Во всем особняке сейчас он был совершенно один. Все остальные уехали к Шуйскому на гудеж. Опричнику не спалось. Стоило ему только закрыть глаза, как тут же появлялась она. Буря за окном усиливалась. Она уже то выла зверем, то плакала, как дитя. Да! Дитя, подумал Милославский, а ведь оно уже могло бы быть у меня, если бы... Как вдруг пламя в камине дрогнуло, буря за окном стихла, и он услыхал в коридоре чьи-то негромкие мерные шаги. Не оставалось. Так могли ходить только мертвые. Опричник бросился к окну, но окно не открывалось, как будто кто-то невидимый держал его с той стороны. И в это время дверь приоткрылась, и на пороге появилась Светка. Она стояла перед ним в том самом свадебном халате, о котором мечтала в последний месяц своей жизни. И на лице ее играла та самая мягкая улыбка, с которой ровно год назад она падала в гулкий дворовый колодец. Но что это? В руках у невесты была коса. Это смерть! Она пришла за мной! Я пришла за тобой,
сказала смерть. И он увидел, как пусто глянули на него из-под фаты глазницы обглоданного колодезными червями черепа. Перед ним стоял пожилой девичий скелет. «Ты убил меня!» — сказал скелет. «Я ждала ребенка, но ты не хотел на мне жениться. Но мы все равно обвенчаемся с тобой. Здесь же, сейчас же!» И с этими словами она занесла над ним свое косо. «Ну я же не виноват, что я еще только учусь!» — хотел было крикнуть Белославский. «Ну и потом, ну не могли же мы все втроем сесть на шею моим родителям!» Но уже все члены его сковало могильным холодом. Коса хрустнула, а шейные позвонки и покатилась голова. Крови горя, и прохрипела голова. Не со звездой! Ну, как легендочка? Говорил, мало взяли! Придется ерша глушить! Легендочка, у меня твоя легендочка, голова разболелась! Ты что, дорогой, голова болеть не может! Это куст, да. Это у тебя! Вот так! С той поры она по особняку и бродит. Да, конечно, да. Но уж если встретит кого, защекочет до смерти. И еще, у тех, кого она защекотать должна перед ее появлением, икота начинает. Пожалуйста. Ой, ребята, я, кажется... Слушай, дорогая, по-моему, тебе недолго жить осталось. А по-моему, она щекотки боится. А по-моему, мы приехали. Сделать хотел утюг. Слон получился вдруг. Крылья, как у пчелы. Вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон. Плачет коза и слон. Плачут и говорят, что с нами сделал ты. Даром привата матери. Я заряжен до сих пор студенческой жизнью. И мне часто выходят, когда коллеги, посмотрев мой концерт, говорят, откуда у тебя энергия? Из МАИ откуда? Идите учиться в МАИ. Скиньте себя 40 лет и идите учиться. Это мощнейший заряд какой-то, как шаровая молния, этот Московский авиационный институт. Родина, это то, куда меня тянет, где бы я ни был. Государство, вот с чем я сталкиваюсь, как только попадаю на родину. Любви к родине наше государство никому не прощаю. Вы, русские, всегда были такие агрессивные. Это почему? Докажи. А вы напали на шведов под Полтавой. Русская армия никогда сама ни на кого не нападала. А ну-ка, пример. Чисто русское изобретение, которое стреляет, только надо сказать, чайка. Да, только наши могли изобрести боевое средство отступления. А агрессия – это нападение одной страны на другую без одобрения Америки. Только наш человек может всю ночь поить иностранца, внушая ему, что мы страна придурка. И дать ему в морду, когда он согласится. Неужели есть какой-то сакральный смысл в том, что гимн России написал баснописец? Это же как надо не любить родной язык, чтобы скотину в России считать по головам, а правительство по членам. Очень любят смотреть на морской прибой с берега. Откат за откатом. А наш народ не ворует.
он возмещает убытки, нанесенные ему государством. Вы всегда считаете себя умнее других, поэтому постоянно оказываетесь в дураках. Отвечайте на вопрос. Лампочка висит, ток бежит. А в каких единицах ток этот измеряется, вы не знаете. Это я-то не знаю. Не знаю. В каких единицах измеряется ток? Не знаю. Да это вон каждый знает. В амперах. В чем? В амперах. В амперах. В амперах. Каких амперах? Вот в этой-то лампочке. Правильно, в амперах. Ну, хорошо, в каким прибором измеряется этот самый ток? Вот вы и не знаете. Это я-то не знаю, знаете. Каким прибором измеряется ток в этой-то лампочке. Войдите. Амперметром. Чем? Амперметром. 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 Правильно. Амперметром? Ну, хорошо. А каким прибором измеряется напряжение вот этого самого тока? Вот этого вы не знаете. Это я-то не знаю. Каким прибором измеряется напряжение тока? Вот в этой самой лампочке я... Не знаете. Ну? Ну? Напряжометром! Чем? Напряжометром! Напряжение напряжометром? Ну, сказанул! Ну, заебонил! Правильно, напряжометром! Студентка Недумова, к зачету по местной противовоздушной обороне вы не готовы. Ну, я учил. Ну, хорошо, пойдите в коридор и подумайте, как нужно держать ружье при ядерном взрыве. Следующий. Товарищ преподаватель, студент Фитюнин для сдачи зачета по ПВО пришел. Слава богу, дошел. Ну, берите билет. Какой? Ну, какой хотите. Любой? Любой. А этот можно? Можно. А вот этот? И этот можно. Спасибо. Я со своим пришел. Ну, номер билета? Нету. Да вы наверху посмотрите. Да не там наверху, в билете наверху. Ну? Есть. Третий. Тридцатый. Тринадцатый, значит. Это трудно выговорить. Десятый. Садитесь, готовьтесь. Да не сюда садитесь, на стул садитесь. Следующий, пожалуйста. Равняйсь! Ирма! Марш! Труп!
товарищ преподаватель, студент Фусюкин, для сдачи зачета по местной противовоздушной обороне прибыл. Орел! Так точно! Ну ладно, студент. Фу. Моя фамилия Фусюкин. Ну, в таком случае берите билет. Генерал идет. Где? Прошел, скорость большая. Садитесь, готовьтесь. Так точно. И чтобы никаких... Так не... точно. Что так точно? И чтобы мне здесь, понимаешь ли, никаких разговоров. Так точно. Ходи есть. Кто готов? Я. Орел. Как ваша фамилия? Не надо, помню. Его фамилия Пустюхин. Милочка. Фитюнин. Так, первый вопрос. Что вы будете делать, если ваш товарищ попал в зону заражения? Если мой товарищ попал в зону заражения, нужно надеть заткнуть и вдохнуть. Или, как я говорил ранее, нужно не надеть заткнуть и вдохнуть, а узнать, живой он или мертвый. Ну, если он окажется живой. И если он случайно окажется живой, его нужно перенести из одной зоны заражения в другую. А что вы будете делать с зоной заражения? Произведу дегустацию! Вы, наверное, хотели сказать дегазацию? Да, нужно побрызгать чем-нибудь. Достаточно. Нет, недостаточно. Ура! Отлично! Разрешите идти? Идите. К торжественному маршу! По батальонно на одного линейного дистанции. Первый взвод прямо, остальные направо. Бум! Ага! Аж не плачь! Товарищ преподаватель, студентка Недумова в коридоре подумала. Ну и что она там надумала? Ну, ружье при ядреном взрыве надо держать вот так. Почему? Чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Да, не думаю, ваш ответ соответствует вашей фамилии. А давайте я фамилию сменю. Как? Замуж выйду. За кого? За Фусюкина. Зачет, зачет. Вот семейка будет. Ну что там у вас, Фитюнин? Вопросики. Какие еще вопросики? Ты трудные. Ну идите сюда ко мне, вместе разберемся. Не разберемся. А я говорю, разберемся. Ну идите, смелись, смелись. Давайте ваш билетик. Это все? Нет, еще третий вопросик. Ну, в таком случае придется спрашивать по всему курсу предмета. По всему курсу? Итак, Федюнин, первый вопрос. Как проверить правильность сборки противогаза? Очень просто. Нужно надеть противогаз, заткнуть отверстие пробкой и вдохнуть. И правильно, если у вас ничего не получилось, тогда что? Очень просто, нужно снять противогаз и выдохнуть. Ой. Второй вопрос, Фитюнин. Скажите, что будет, если ваш товарищ сломал ногу? Простите, чью ногу? Да свою, Фитюнин, свою. Очень просто. Если передом открытый, хорошо. Видно, что к чему привязывать. Ну, допустим, а если перелом окажется закрытым? Очень просто. Его нужно довести до открытого. Садист. Да, садись. Да нет, следующий вопрос. Скажите, что нужно сделать, куда
Что же вас спросить такое? Что будет, если у вашего товарища пошла из носа кровь? Что нужно для этого сделать? Очень просто. Нужно наложить жгу. Куда? На шею. Фитюнин, последний дополнительный вопрос. На пятерочку. На пятерочку. На пятерочку, да. Скажите, что будет, если атомная бомба попадет в люк канализации? А? Давайте на пятерочку. Что будет, что будет? Пахнуть будет! Я хочу пригласить на сцену двух музыкальных хулиганов. В чем суть того номера, который вы увидите? В начале 90-х мы решили, а что если тряхнуть стариной, выйти на сцену и бывшие советские песни спеть по-другому? Потому что государство сменилось. Советские песни, которые мы все знали, надо было петь по-другому, смысл вкладывать другой. И вот недавно, после всех этих выборов бесконечных, после всех этих ситуаций политических, которые реально взбодрили нас всех и испортили нам настроение, я подумал, а что если советские песни переписать вот согласно сегодняшней ситуации? И думаю, вспомню тот наш номер, написанный в 92-м году. Я прочитал и ужаснулся. Ничего менять не надо. Надо так и петь. Евгений Шабагудинов, Сергей Щеголихин, Московский авиационный институт. Я смотрю, что немножечко все-таки вас, ребята, раззадорили. Все-таки хорошее настроение чуть-чуть улучшилось, да? У нас тоже неплохое настроение. Давайте лучше споем. Хорошие, старые, добрые песни будем петь. А я петь не буду. Почему это? А у меня плохое настроение. Сереж, ну подожди, ну неправильно, ну ты посмотри, ну ты посмотри, осень какая золотая. Любимая пора Александра Сергеевича Пушкина. Помнишь, как у него? Снова птицы в стаи собираются. Помнишь? Ну да, сегодня машину еле отмыл. Кстати, ты заметил, они же зимовать летят в теплые страны, а гадить возвращаются на родину. Слушай, давай ты отвлекись, вот лучше давай споем, вот смотри. Вечер тихой песнью, помнишь, такая песня была? Ну да. Над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Ну-ка, где-то поезд катится точками огня, ну. А зарплата кончилась за 4 дня. Да отвлекись ты, ну. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка. Скоро всем кранты. Сереж, ну нельзя же так, ну проще надо, ну легче. О, кстати. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, ну. Они пожрать тоже любят иногда, только не на что. Слушай, у тебя, может, ты слов не помнишь, а? Я все помню, абсолютно. А из детства что-нибудь помнишь? Да помню. Дядь, дай 10 копеек. Да нет, песню какую-нибудь. Вот эту вот, например. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто ищет, тот добьется. Кто курит, а нашу помрет. Насмерть. У тебя что, на все песни свои окончания, так? Ну-ка вот эту вот. Хорошие весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочком милую в садочке, и лечиться будешь целый год. Хорошая песня. Ты пой давай, не вспоминай. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Опять черный ящик никто не найдет в зеленом просторе тайги. Эй! Голубая тайга. Голубая. А ты чего распелся-то? Настроение хорошее. Настроение у него хорошее. Ты посмотри, какая погода мерзопакостная. Да. Внук двоечник. Я его спрашиваю, от 100 отнять единицу, сколько будет? Он говорит, 2 ноля.
Правильно. Правильно, пой давай. Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход далек шла. Вечерела, я сидела у ворот. Ну, подошел солдат и продал пулемет. Так что ли? Правильно. Кошмар какой-то. Мирный атом летит над Полесьем, над мертвым жневьем. Он и в листьях ракит, и во всем, что едим, мы пьем. Ну, все земля приняла пестициды, ураны, нитраты. Строить новую жизнь после нас будут дегенераты. Молодец! Давай вместе! Давай! Я, ты, он, она. Раньше были мы страна, раньше были мы союз. Русский, чукча, белорус, молдаване, осети, темпераментный грузин. Все сломали, все пробили, все продали, все пропили. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты казачка, я казак, сибирячка, сибирян. Ты корячка, я коряк, ты бурячка, я буряк. Мордячка, я мордяк. Ты чувачка, я чувак. Эмигрировать в Израиль не получится никак. Что нам делать, как нам быть, как нам визу получить? Может, сделать обрезание или фамилию сменить? Тик! Я израильский моряк, я израильский рыбак. Поцем, поцем, 28 и 740 нам ништяк. Я люблю нашу жизнь, а за что сам я толком не знаю. Чтоб любить эту жизнь, каждый день я с утра принимаю. Одурев от станка, я шагаю с работы устало. А пропустишь стакан и глядишь, вроде уже ты стала. Так ликуй и бодрись от решений, призывов и гимнов. Все равно надо жить, как бы ни было, это противно. А сейчас еще один подарок, и очень неожиданный. Человек, которого я приглашу, вы хорошо знаете. Что же о нем такого сказать? Он не учился в моей... Это он сам скажет, какое он имеет отношение. Он был с нами в театре. И сейчас он является одним из очень известных композиторов, я вам должен сказать. Мы с ним объездили потом много городов, выступали вместе. Алексей Гарнизов.
Когда же ангелы на землю прилетают? С восходом солнца, под покровом ночи? Узнать об этом многие мечтают, в неистовой бессоннице ворочась, придумывая массу оправданий своим большим и малым поражениям, мы списываем все на провидение, на неземное чудо уповая. От одиночества никто не застрахован, и без вины не сыщешь виноватых, пока не разорвешь внутри оковы, себя не возведешь на крест распятым, чтобы увидеть, как из поднебесья, в направленном божественным дыханием, невидимый, несказочно чудесный, летит, летит твой семикрылый ангел. Когда же ангелы на землю прилетают? Когда Задорнова Россия величает. Спасибо, Миша. Время выбрало его. И благодаря ему время выбрало нас! Взмахнула душа крылами, настала пора летать. Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Дорога уходит в небо, и труден наш путь во мгле. Лишь тот, кто остался верным, оставит свой след на земле. Лишь тот, кто остался верным, оставит свой след на земле. Время выбрало нас. Сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс. Оторвись от земли, поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло. Время выбрало нас. Мы любим, живем и верим в последний и в первый раз. Мы смотрим с тобою на время, а время смотрит на нас. Пусть кто-то сгорит до срока, умеешь летать, лети. И в небо свою дорогу попробуй сегодня найти. И в небо свою дорогу попробуй сегодня найти. Время выбрало нас. Сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс. Оторвись от земли, поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло. Время выбрало нас. Время выбрало нас. Сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс. Оторвись от земли, поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло. Время выбрало нас.
Институту 88 лет. Он переживает непростые времена. Зато мудрый возраст. Романтики и мечты о светлом будущем у молодежи поубавилось. Поэтому важнее всего передать хотя бы некоторым из них ту искру творчества и любви к своей профессии, без которой не зажигается счастливая жизнь. Ведь эта искорка, несмотря ни на что, из последних сил еще теплится в нашем поколении маевцев-романтиков. У участников клуба выпускников МАИ родилась прекрасная идея установить в сквере возле Дворца культуры МАИ памятный знак романтикам 60-х-80-х годов. Верим, что это очень скоро может осуществиться. И кто его знает, может, это будет самый задорный сквер в Москве. И каждый час будет звучать задорная маёвская песня! Окончил школу, а тесто в кармане. Казалось, как не радоваться тут. Но парень вроде как в тумане. Он выбирает институт. Но для чего, как мучиться напрасно. Твой мускулы сильны твои. Но даже ежику все ясно. Иди учиться к нам, мои. На Олимпийских играх в Хельсинки серебряную медаль по гребле на восьмерке завоевала команда из МАИ. Их тренером был профессор нашего института Александр Михайлович Шведов. Это под его руководством была разработана новая теория. Перемещение центра массы гребца в системе лодка, весло, гребец. А. До гребка. Б. Во время гребка. В. После гребка. С тех пор команда МАИ становилась неоднократными победителями во всесоюзных и европейских соревнованиях. Это о них снят фильм «Королевская регата». И написана книга «Сквозь смех и слезы чемпиона». А если ты мечтаешь об экране, то вот вам гид случайно не прошел. Не улыбай, не мучайся заранее. У нас в МАИ экран самый большой. Всегда готовят для тебя сюрпризы. Открою все способности твои. И самый мощный мини-телевизор с программой лучшей планы здесь мои. МАИ был создан сатирический коллектив «Телевизор». После одного из выступлений телевизора народный артист СССР Аркадий Райкин сказал: «Я думаю, что в нашем веке ничего более сатирического создано быть не может». А если... И нет актерских данных, не унывай, не огорчайся, друг. У нас ведь тоже инженеры выпускают, и даже кандидаты есть наук. Здесь для тебя полно аудиторий, и кафедр масса всех не сосчитать. Твоим услугам есть профилакторий, когда начнешь бессонницей страдать. Победителем во всесоюзной рыбалке на Истринском водохранилище стал преподаватель кафедры 204 Лапушкин, потому что изобрел бур, с помощью которого в отведенное время пробурил лунок в 10 раз больше, чем все остальные. Да! Только мои научат обходиться без стипендий. Только мои. Пусть, да, мои, ты был еще совсем не гений, и станешь ты только мои. В зале так сидите, как будто или песен не знаете, или заслушались. Давайте вместе петь. Помните, еще одна была песня? Маевская застольная. Поехали. Студенческой жизни веселой. Давайте. Теряем мы праздников счет. Но вот в общежитии снова к нам счастье и радость придет. Забудем на время учебу, конспекты отложим на миг. Поставим бутылки с перцовкой, ромом на солнышко светов чужим. Поставим бутылки с перцовкой, ромом на солнышко светов.
дед нас поймет. Беремся за руки, беремся за плечи. Грустить нам, конечно, нельзя. Давайте, давайте. Давайте ж бокалы с рубином и бильярдом за счастье поднимем, друзья. Давайте ж бокалы с рубином и бильярдом за счастье поднимем, друзья. Но вот разбегутся дороги, мечта инженера видна. Но были мы газировки когда-то, об этом забыть нам нельзя. Забыть, как зачеты сдавали, забыть наши любимые мои. Помнишь, как водку из бара клевали, из-под баклажанной икры? И помнишь, как водку из бара клевали, из-под баклажанной икры? А теперь как зал вместе, ну? Судьба наша где-то таится, застрявши на звездном пути. Стальная могучая птица должна нам ее принести. И где бы товарищ ни был, мы вместе учились твои. Кусочек лазурного неба сияет у нас на груди. Недаром кусочек лазурного неба сияет у нас на груди. Молодцы! Молодцы! Хорошо! Куда нам деться теперь без Маевского гимна, правда? Маевский гимн поем! 3-4! Тряп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Отгремела весенняя сессия, нам в поход собираться пора. Что ж ты, милая, смотришь невесело, провожая меня в лагеря? Прощай, любимый край, группа зовет в поход. Смотри, не забывай наш боевой майорский звон. Поцелуй, когда вернусь из лагеря. 3:16. Тряп-тяп-тяп-тяп. Тряп-тяп-тяп-тяп-тяп. Лица дышат здоровьем и бодростью. Под ногами шуршит стадион. Мы проносим законную гордость, славу наших майорских знамен. Прощай, любимый край, группа зовет поход. Поцелуй, когда вернусь из лагеря. 3:16. Тряп-тяп-тяп-тяп. Тряп-тяп-тяп-тяп-тяп. И не зря изучали мы тактику, и, быть может, в суровом бою вспомним нашу майорскую практику, защищая отчизну свою. Прощай, любимый край, группа зовет в поход. Хочется задумываться и подводить итоги. Что нам дал период жизни в агит-театре? Что нам дал Задорнов? А что дали мы ему? В первую очередь он зарядил нас на всю жизнь своим задором. И вы заряжаете друг друга, заряжайте! И тогда оживет и ваша Ка. И Сашки перестанут называть себя Алексами, Ваньки Джонами, Юрки Жоржами, Ленки Хеленами, а Петьки Питерами. Радуйтесь каждому мгновению вашей жизни.
дарите друг другу добрые слова и неиссякаемую божественную любовь. Когда у людей есть надежды на будущее, их кумирами становятся поэты. Когда надежд нет, сатирики. Наверное, у нас сейчас какой-то переходный период. Раз стихи поэта читает сатирик. Без прикрас в счастье есть предательское что-то. Горе человека не предаст. Счастлив был и я неосторожно. Слава Богу, счастье не сбылось. Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось. Я люблю вас, люди, человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что счастья не ищу. Мне бы только клевера сладинку на губах застывших уберечь. Мне бы только малую слабинку все-таки совсем не умереть. Мне бы только малую слабинку все-таки совсем не умереть. Далекие страны летят неустанно птицы, а все же обидно, что сверху не видно лица. Я тоже летаю, я тоже глотаю ветер, и ждут меня всюду хорошие люди, дети. Грустия, оробения, велика устанья, Нидергандия, Голодандия, велика блистанья, и не Греция, не рыдания, да сви Швеция, до свидания. А сверху я понял, что нету Японии и Африки, но делят на страны весь мир. Это странно, ведь прав я. И понял я все же, что сверху похожи все горы. Все страны похожи, поймете вы тоже скоро. Грустия, Арабия, велика устанья, Нидергандия, Голодандия, велика блистанья, и не Греция, не рыдания, да сви Швеция, до свидания. А птица не та, что от глаз до хвоста в перьях, а та, что в веках ветра облака верит. И счастлив не тот, кто землю как рот мерит, а кто удивлен в земле, словно клен верит. И когда рассвет растает, я устану от ожидания, улетаю, улетаю, до свидания, до свидания, улетаю, улетаю, до свидания. До свидания. Как земля не моралась, суетясь и греша, наше имя менялось, не менялась душа.
ураганной эпохи шквал нас сегодня зовет за собою. Новый день над землей встал, но трубач не расстался с трубою. Мне не думать об этом нельзя, мне не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Мне не думать об этом нельзя, мне не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Спасибо! У нас еще была одна фонограмма, и мы ее не включили. Задорнов говорит: не знаю, как мы вам, а вы нам понравились. Спасибо!